Инъекция. Нет, куда надо инъекцию вколоть, чтобы стать модным? На самом деле просто. Считается, что человека встречают по одежке. И как раз сейчас мы выясним, что же надеть на первое свидание, узнаем о самых модных тенденциях и выберем трендовые луки этого сезона. Что надеть, посоветуете девчонкам на первое свидание весеннее? В наших широтах это сложно, надо же как-то впечатлить мужчину. И не замерзнуть. Однозначно платье. Вот такой длины? Такой вполне, я думаю, подойдет, может чуть-чуть, может быть и покороче, да? А открыто должно быть что-то одно, либо немного грудь, либо спинка. Ты отморозишь себе там голову. Да, анатомия идет какая-нибудь. Если у вас прекрасная двоечка, троечка, просто покажите небольшим вырезом. И юбка, платье, юбка. Но мужчинам нравятся коленки. Красивые коленки. А я считаю, что лучше всего иметь хорошую фигуру, чтобы можно было одеть все, что угодно. А если не повезло, так как вам? Спасибо большое. Да. А если не повезло, то, скорее всего, это... Покупайте абонемент в фитнес заранее. Что надеть девушке на первое свидание, чтобы... сбить с ног мужчину, чтобы он... Надеть мелковые такие пастельные оттенки. Мелковый. Легкий цвет Тиффани, но он более мелковый. Пудровые туфли, хотя они уже поднадоели, но нет им... Пудровые уже вообще уже нет сил. Согласна. Ну, можно... Ну, так вытягивает прекрасно ноги, как не пудровые туфли. Считаю, что нельзя одеваться слишком вызывающе, слишком вульгарно. Девочки стараются прям вот прям... Платье вот с таким декольте, с голой спиной, с торчащими там или не торчащими. Если вы хотите чего-то серьезного, то не стоит. Стоит попридержать все козыри, как говорится, ближе к телу. До вечера. Например, вещи, которые нужно купить в этом сезоне весна-лето. Что ты посоветуешь одевать, что это подчеркнет образ? Ну, ты знаешь, мне кажется, что нужно покупать вещи, которые не выходят из моды. То есть какой-нибудь классический бежевый тренч. Клатч-книжечка. Все ходят с клатчами-книжечками. Вот, можно, пожалуйста, сшить себе что-то похожее. Взять кусок искусственной кожи. Фанеры. Кожи. Фанеры. Опять и сшить себе коробку. Еще не помешают какие-нибудь шпиленьки зефирных цветов. Белые кроссовки, кеды. Ботинки грубые, брючные костюмы. Сочетание несочетаемого. Тоже завышенные джинсы подкатанные. Мне просто короткие, они у младшего брата отобрал. А я дизайнер модный. Меня зовут Хэтпух. Хапух? Хэтпух. Хэтпух. Да. Типа в голове пух? Ну, типа как бы нет. Мода возвращается, она циклична. Снова вернулись сандалии, вот такие вот, как были у наших мам когда-то на каблуке. Стильный 70-й сейчас актуальный, самый на пике моды. Очень красиво на самом деле смотрится, мне порыскать нравится. Порыскать в гардеробе у бабушки, у мамы. Отобрали у бабушки. Кстати, классные вообще. Пользуйтесь бабушкиным гардеробом, пока она промывает вставную челюсть. Трензи, пастельные оттенки и мелковые оттенки. Слегка приглушенные пастельные. Но приглушенные оттенки. При этом приглушенные, да. Видите, какие цвета? Насыщенные, красивые. Шуба тоже даже зеленая. Видите, крашеная? С чем вообще связана зеленая шуба? Что это такое? Шуба – это элемент люкса, элитарная история, как бы 50 Cent, you know, там, Майами дорого. И яркие цвета, обязательно яркие цвета. Яркие, женственные, женские цвета. Не вот эта вот ванильная хрень, знаете, выстиранный пудровый розовый, а прям настоящий вот этот синий, вот этот красный, правда-правда. Панки, хой, мода вернулась абсолютно 90-е. Любовь всегда в моде. Всегда в моде. Love Radio. Love Radio. Самое модное. Самое модное. Самое модное.